Здравствуйте. Гравировальная машина с гибким валом Вихрь 160 ВТ. Остановился на ней. Приобрел в Ситилинке. Множество насадок для шлифования резки. Но по большому счету она будет выполнять всего лишь одну функцию. И иногда подрезать бампера для телефонов. Ну, чтобы красиво было. Это вот вторая ее функция. Идет вот в таком пластмассовом кейсе. Не очень плотном. Но, в принципе, со своей ролью переноски будет справляться. Имеем в комплекте паспорт на гравер электрический. Сообщите нам ваше мнение о товаре. Не знаю, насколько это им нужно. Мнение о товаре на всевозможных отзывиках и тому подобное. Сайтом с отзывами находится. Вот гравер электрический. Набор насадок, блокиратор шпинделя, гибкий вал, пластиковый кейс. Это типы насадок, которые идут с ним. Минимальная скорость 9000 оборотов и 34 максимально, что в два раза, в три раза даже превышает практически обороты болгарки маленькой с кругом на 110, на 125. Так, это принцип, как бумагу шлифовальную крепить. Установка полировальных насадок, как закрепляется ключом, если с дремелем, которые по типу патрона на советских дрелях, ну не самозатягивающийся, а через ключ. Вот в комплекте идет сам гравер, но в принципе еще на нем остановился, потом по той причине, что у него отзывы хорошие. Вот это если кто-то его планируют подвесить там в гараже и использовать через гибкий вал. Ну тогда его, наверное, еще придется закрепить. 6 передач, в принципе, как на лобзиках китайских, китайско-русских. Вот сделано в КНР, ничего. Вот блокировка, чтобы отвинтить. Ну, часть насадок, конечно, можно через руку будет затянуть, но часть специально, ну, по типу, так, не может сфокусироваться, по типу карандаша сделана, вот затягивает на, ну, на конус вилки велосипедной. Часть можно рукой, кстати, довольно-таки большой, ну, большое пространство, удобно затянуть, и здесь как-то гладко, ну, скошена форма, в принципе, удобная. Кнопка включения. Сейчас мы его включим. Вот гибкий вал идет в комплекте. Для тех же целей, как я и сказал. Ну, гибкий вал, и судя по отзывам, вообще не касательно этого. Не касается, ну, не касательно этого дремеля. Требует смазки, поэтому можно побрызгать сразу силиконовой смазкой, потому что, ну, чтобы разгрузить и продлить срок службы. Вот насадки керамические, в которых лежит ключ, и плюс насадка для бумаги наждачной. По-моему, ее я вижу. Да, вот она, насадка для бумаги, всякие разнообразные маленькие насадки. Вот насадка для полировочных кругов. А, и вот насадка, которая закреплять надо наждачную бумагу, которая тоже идет здесь в комплекте. Насадки, я не думаю, что сверх качество, но полировать бампера, срезать вот как бы круги на болгарку, которые будут закрепляться через вот этот, ну, по принципу точно так же, как и болгарка, просто
ключом. Вот не получается. Вот один, видимо, сменный. Что-то не фокусируется, к сожалению. Не могу. Вот, видно прорези. Это вот по такому принципу работает. Вот так просто вкручиваешь. И пошел полировать этим кругом. Так, вот этот квадратный не знаю, не применялся никогда. Маленькие сверла, чтобы сделать локально быстренько отверстие. Вот наждачный, опять же круг идет. Вот какой-то ровный ключ, тоже не могу сказать. Под наждачный, ну вот этот ключ, ну не могу пока сказать для чего он, потому что не применял. Этим ключом фиксируется патрон. Шнур порядка 2 метров на нем должен быть, что в принципе тоже позволяет работать без переносок и, ну, и найти розетку. Вот, ну, 1,50 м точно есть. Включаем дремель, проверяем на работоспособность. Вот кнопка включения. Так, не включил питание. Первая скорость маленькая. Шестая мощная. Отсюда воздух выходит. В принципе, все по принципу дрели сделано. Реверса нет. Дремель легкий, 630 грамм, по-моему, производитель заявляет. Свои, наверное, 630 грамм он и весит. Вставляем. Затягиваем ключом. Можно, ну, пробуем. Картон он. Вот, с картоном моментально справляется. С бумагой тоже. Это на маленькой передаче. Вот тоже сразу. В принципе, довольно таки удобно, можно ножи точить таким устройством. Вот, в принципе, пока насадка еще живая от картона. Вот, спасибо за внимание.